Так, ну что ж, трансфер прошел. Сразу у нас новые акции. То есть вот, это каждодневный квест будет. Убить 3000 мобов. Вам дают таинственные купонцы. Это билет в логово Закена и сундук с сокровищами Закена. Нормальные вещи будут выпадать. В принципе, кровавый, вплоть до кровавого меча. Серьга будет ивентовая выпадать. Она там до начала декабря, вот где-то так. До середины декабря. Билет в логово Закена. В общем, билет в логово Закена, типа, теперь Закен будет специальный такой, доступный для рейда из 50 и более человек. Ну, там вроде от 50 до 200 человек сможет ходить, и левел 76+. Вот интересно, там, наверное, лагать будет сильно, примерно как на крепости орков. Таинственный купон. Таинственный купон – это тоже новая вещь, выдается за этот же квест. Он обменивается на айтемы. У специального мастера, ну, видите, вот там инвентовый мастер в городе стоит. Он обменивается на тот же сундук с сокровищами Закена. Насколько я понял, я сейчас просто еще не выполнил, я только 3000 мобов вот набиваю. Трансфер где-то 2 часа назад, вот 2 часа назад примерно, 1,5 часа назад открылись сервера. Появилась возможность играть. Так что сейчас ждем. Движуха на пасеку прилетели посмотреть, что же тут на пасеке происходит. Ну и до этого на пасеке был, вроде ничего такого, прям особой движухи никакой жесткой нет. Блять, лагает. Тоже тут наблюдатели стоят. Также вышеупомянутый билет в логово Закена, его можно купить за 400 монет. Также свиток особых эффектов за 2 миллиона, но вот я не помню, он вроде уже был, его опять типа ввели или как. Но он того не стоит, потому что как бы при смерти, если ты умрешь с ним, то и не возродишься в течение часа, то ты не сможешь награду получить. То есть если, например, тебя ночью убьют, и ты не встанешь, то ты награду не получаешь с этого свитка. Поэтому, ну, такой не стоящий свиток, мне кажется. Пасеки тут, в принципе, бегают. Оппозиция, как я понимаю, или не оппозиция, непонятно. Но пасека, по идее, она и так открыта была. Тут вроде проджекты не давали фармить, если ты с пулером. А если ты просто в соло-таргет фармишь, то можно было. Сейчас еще на этой пасеке посмотрим. Веду наблюдение. И не я один, вот тут тоже какие-то твинки бегают. Так, вроде ничего такого прям я не вижу. Кто-то из проджектов пробегал, я видел, где-то полчаса назад, но так вроде... Может быть, даже вот на боссах где-то, на боссах замесы будут. Ну, пока боссы все лежат.